Госслужащие с двойным гражданством будут уволены. Соответствующий законопроект приняли депутаты Сената. В то же время коррупционеры пожизненно лишатся права работать в квазигосударственном секторе. Изменения в документ внесены в рамках выполнения поручений действующего послания президента страны. Стоит отметить, что с начала года выявлен 431 человек с двойным гражданством. Двое из них – госслужащие. Они работали в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. В своем послании президент подчеркнул необходимость принятия жестких мер по борьбе с коррупцией в квазигосударственном секторе. Законодательное одобрение этих предложений снизит риск коррупции. Сенат принял еще один важный документ. Предложены поправки, исключающие возможность условно-досрочного освобождения лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления. Преступления, противоречащие интересам государственного управления, классифицируются как серьезные преступления. Еще одна новость. В стране, помимо госслужащих, депутатам маслихатов, депутатам и судьям запрещено открывать счета или хранить активы в иностранных банках.